Еще 73 случая заражения коронавирусом зарегистрировано за минувшие сутки. Об этом глава Минздрава Верика Думбровяну сообщила по итогам заседания Единого командного центра управления кризисом. Министр уточнила, что за сегодняшний день было обработано 367 тестов, из которых 73 оказались положительными. Министр отметила, что все новые случаи местные. 31 в Кишиневе, 18 в Приднестровье, 8 в Кагуле, 4 в Тараклии, 3 в Страшенах, по 2 в Каушанах и в Бельцах, по 1 в Криулянах, Фалештах, Рыжканах, Сенжирейунгенах. Также Думбровяну сообщила и о новом очаге заражения в столице. У нас есть новый очаг заражения. Отделение службы скорой помощи в секторе Рыжкановка в Кишиневе, где подтверждено 14 случаев инфицирования коронавирусом среди медицинских работников. 3481 подтвержденный случай коронавируса зарегистрирован в Молдове с 7 марта до 27 апреля. Вылечились 925 человек, 101 скончался.